Полицейские тратят время, выезжая на ложные вызовы. Так неудачно пошутил гость из областной столицы. Сообщил в дежурную часть, что у него похитили дорогостоящий мобильный телефон. Работая по данному сигналу, сотрудники полиции выяснили, что историю о хищении гаджета заявитель выдумал. Оказалось, незадолго до этого кемеровчанин почувствовал себя плохо и вызвал бригаду скорой помощи. По словам мужчины, ему пришлось долго ждать врачей, и в итоге он остался недоволен их работой. Тогда гость города решил проверить оперативность работы междуреченской полиции. Придумал историю о якобы совершенном преступлении и позвонил в дежурную часть. В отношении кемеровчанина полицейские составили протокол за заведомо ложный вызов специализированных служб. Материал направлен на рассмотрение в суд. Согласно санкциям статьи, он заплатит штраф в размере до 1500 рублей.